Привет, друзья! Российская компания «Связьспецзащита» представила новый БПЛА «Адмирал Авианосец», который способен перевозить на себе два FPV-дрона. Сейчас БПЛА-носитель дронов улучшается, и в скором времени он сможет перевозить 4 FPV-дрона. На данный момент это единственный БПЛА на российском рынке, который способен переносить на себе дроны «Камикадзе». Проект авианесущего БПЛА достаточно интересный. БПЛА осуществляет управление FPV-дронами через ретранслятор видеопотока. Дальность их использования будет до 40 км. Как сообщается, БПЛА оснащен системой технического зрения, созданной на базе нейросетей и используемой для распознавания заданных объектов. БПЛА перевозит дроны «Камикадзе» «Боец-7». Каждый такой дрон может нести на себе 2,5 кг груза на расстояние до 11 км со скоростью 95 км в час. Базовая версия БПЛА «Адмирал Авианосец» весит 23 кг и оснащена двухтактным бензиновым двигателем мощностью 7,2 лошадиных сил. На борту имеется и встроенный электростартер и генератор. БПЛА «Адмирал» способен летать 4 часа на расстояние до 400 км со скоростью до 120 км в час. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.